нашу студію завітала Зоряна Лучна, алерголог. Будемо сьогодні говорити про таку алергію, як полінос. Це доволі така сезонна алергія. Знаю, що це серпень, якраз вересень, цей перехід, це найбільш таки найгостріший, тому що квітнуть інші рослини, трави, і це дає оцю алергію. Тож давайте характерно зараз поговоримо, чим характеризується полінос, що це за захворювання таке. Доброе утро. Первое я расскажу, что такое полинос. Полинос с латыни обозначает полынь, то есть пыльца. И полинос – это аллергическая реакция на цветущие деревья, кусты и сорняки. И начинается полинос с начала весны, заканчивая поздней-поздней осенью. Иначе иногда может перейти и на октябрь. И не только аллергия идет на пыльцу, но и на споры грибов. Вот это есть понятие полинос. Еще в 1820 году впервые было обозначено понятие полинос, но она называлась сенная лихорадка, так как когда-то вот собирали сено, и люди заболевали, и никто не знал, от чего же. А потом определили ученый Парацельс, что это связано именно с пыльцой, которая высыхает вместо сена, тогда люди пользуются этим, ну, работают сеном, и в связи с этим заболевали. Які ось саме симптоми, щоб зрозуміти, тому що часто я чула, що і полінос якось плутають застудою, от конкретно як визначити його, які симптоми? Звісно, коли тільки вперше починається заболівання, багато батьків починає з дитинства, тому що в основному заболівають до 40 років. І люди не народжуються з алергією, це приобретене заболівання, особливо передається по наслідству. Если родители больные, особенно если папа или мама, то 30%. Если болеют оба родителей, то в основном это 50-80% наследственно передается детям. Но зависит от того, в каких условиях живет этот ребенок. Если, например, он живет с родителями там, где много растений, не скошенной там травы, той же амброзии, полыни, лебеды, то есть предрасположенность ребенка заболеть. Но он рождается здоровым. Если, например, этот ребенок будет жить в условиях, где нет этой травы, он не заболеет. Ну ось конкретні симптоми, я знаю, що це ураження кон'юнктиви і сльозотеча, так, от що можна зрозуміти. Як із цим боротися? Чи яке лікування, що робити, щоб полегшити собі симптоми? Да, значит, если взять вот понятие полинос, это аллергическая реакция, когда страдают слизистые оболочки. Слизистые оболочки носа, глаз, может беспокоить и горло, но иногда могут и проявляться явлениями бронхоспазмами. То есть начинается бронхиальная астма. И вот что самое главное и самое тяжелое, если эту болезнь не лечить, то может наступить бронхиальная астма. Где-то это 30-40%. Конечно, очень много ошибок, потому что кто думает с родителей, что их не ребенок заболел. И все считают, что это грипп, ОРЗ, начинают сами самолечением заниматься, дают антибиотики, эффекта нет, болезнь распространяется. И когда ребенок, я начинаю с ребенка, потому что в основном это дети до 20 лет, до 40 лет заболевают. Потом, когда родители, и, например, если это сентябрь, да, проходит осень, наступает холода, и болезнь уходит сама по себе, даже если вот ничего уже ребенок не принимает. На следующий год в это же время опять такие же вот такие клинические проявления. И родители думают, а что это такое, что в одно и то же самое время моего ребенка вот тот же ринит, конъюнктивит. Ну и потом обращаются к врачам, к специалистам и определяется, что у этого ребенка полинос. То есть аллергическая реакция на какие-то цветущие сорняки, деревья или кусты. Зрозуміло, в мене до вас одразу два запитання. Чи можна вилікувати полінос? Я знаю, що є два види його лікування. Це патогенетично, да, коли ми довгий час лікуємося, або коли просто приходимо і збиваємо симптоми. Так як краще його лікувати, да, чи виліковний він? Це перше запитання. І друге, як же себе застерегти? От багато коментарів від мешканців, що десь там за кордон уїжджають, да, якось себе застерегти. Кого нема такої змоги, що робити, як уберегтися? Я почну з останнього. Ви говорите за кордоном. Да. А чи не може там таке саме дерево, як у нас? Так, звісно. Якщо та ж трава там росте, яка у нас, то ефекту нет от того, що чоловік туди поїхав і не буде боліти. Значить, перше. Лечение есть двойное, можно так сказать. Первое – это когда человек к нам приходит во время обострения, и мы снимаем обострение, то есть препаратами обычными, которые может купить в аптеке. И второе – это когда человек делает пробы, это аллергопробы, определяется, на какой именно аллерген идет аллергия. И потом есть такое понятие ОСИТ – это аллергоспецифическая иммунотерапия. То есть человек как бы прививки –
делает от виновной пыльцы, виновной травы. Качество лечения зависит от возраста, зависит, как давно человек болеет, в каких условиях он живет, от зависимости от больной, родители его больные или не больные, как, значит, чем он сам занимается. Если он где-то работает, например, в поле, то, конечно, эффект лечения будет хуже. А лечиться надо обязательно, так как я уже сказала, потому что 30-40% может перейти в бронхиальную астму. Ми зрозуміли, що одразу варто звертатися краще до лікарів, не чекати. Обов'язково. А що може бути, якщо ось, наприклад, ну давайте конкретно поговоримо, що можуть бути, які наслідки, якщо не лікувати поліноз? До чого можна, от окрім бронхіальної астми, можливо, ще якісь наслідки? Мені здається, що бронхіальна астма – це вже найбільш страшне, яке може бути, тому що в світі ще бронхіальну астму ніхто не вилічив. То якщо зараз, наприклад, чоловік боліє, і у нього признаки бронхоспазму тільки в період обострення, коли, наприклад, цвіте та же амброзія полині, лебеда, но потом может быть круглогодично. И еще я скажу два слова, что иногда даже зимой, когда нет амброзии, а у человека есть аллергия на амброзию, тоже могут быть приступы бронхоспазма, конъюнктивы, потому что идет пищевая перекрестная реакция. Если, например, у человека идет аллергия на амброзию, полынь, лебеду, то он может не переносить мед и продукты пчеловодства, может быть аллергия на, может быть аллергия на орешки, семечки, халву, базилик, сельдерей, цитрусовые, соки, бананы, специи. Бывали у нас такие случаи, даже вот при, когда вот молодой человек выпил сладкую воду и потерял сознание, потому что у него начался отек горла, и если бы не приехала скорая помощь, не знаю, чем бы это все могло закончиться. Поэтому, если дают рекомендации по питанию, это обязательно надо соблюдать. Да, до речи, харчування, знаю, что варто дотримуватись навіть спеціальної дієти, от окрім цього, да, що... Да, вот это, что я сказала, обязательно... Обов'язково треба придержуватися цієї дієти. Скажіть, а от як ви коментуєте ту ситуацію, що з кожним роком кількість захворювань саме на поліноз зростає? Ми мали 10%, 20%, адже по суті, ну якщо так глобально, дерева ж ті самі, квітки ті самі, квітнуть щороку. Чому так відбувається? Деякі вважають, що це може збій якийсь в імунній системі у людей, тому що багато тих, хто ніколи не хворів, і виявляється, що в них алергія. От як ви прокоментуєте це? Это все наша окружающая среда. От того, как себя ведет человек. Если, конечно, мы говорим, что это не кушай, туда не иди, это не делай. Это когда уже ему очень плохо, он себя тогда придерживает в этих своих разных случаях. Но и что мы кушаем, в каких условиях мы едим. Даже большое количество машин, это тоже выделяется вот, шин, вещества, которые тоже влияют на иммунную систему. То есть нормально отдыхать, заниматься спортом. Ну, вот наш і зберігати повністю себе неможливо. Нереально, звісно. Ну, не всі ж боліють. Так. Те, хто придерживається цих условий всіх, то нормально себе чувствує. І обов'язково звертатися до лікаря. Обов'язково. Самолічення ніколи не займатися. І обов'язково це навіть, якщо дитина, то краще батькам обов'язково звертати увагу і не відволікати. Обов'язково, звісно. Особливо, якщо це повторюється з году в год в одно і те ж саме час. Тобто вже треба подумати, чому ж саме в це ж час. Ну, дивіться, от якщо ми зараз говоримо о даному останньому запитанні, серпень-вересень, от, ну, хоча б приблизно, от які часові рамки, коли найбільший от пік, застереження для алергіків? Так? Ну, зависить від того, як починає цвісти саме. Чому ми завжди говоримо амброзія, амброзія? Не тільки амброзія, полинь, лебеда, підсолнух, циклохена і так далі, і так далі. Чому? Тому що то есть самое вредное – это то растение, которых имеет несколько характеристик. Например, взять амброзию. Почему амброзию? Потому что у нее на одном растении есть мужские и женские клетки. То есть они сами себя запыляют. Во-вторых, одно растение может давать до миллиона пыльцы. Третье – это ее летучесть. Даже было определено, что на 2 километра вверх находили пыльцу амброзию. Да. Третье, если четвертое или пятое, если нет условий, например, посуха, что она не может вырасти, это, то есть пыльца, когда не пыльца, а именно вот прорасти в этом году, то 8-10 лет она может сохраняться в земле. И только когда есть условия для ее роста, она начинает прорастать. Корни могут давать до 8 метров в длину. То есть она ищет себе такие условия, это вредитель, можно сказать, да, чтобы прорасти. Вот суть, почему именно, вот это все то, что характерно для амброзии. И еще,
у нее есть большая проницаемость через, сквозь слизистую. Вот у нас много, ну, можно сказать, слизистая наша охраняет наш нос, да, от попадания разных аллергенов. Но в амброзии пыльца имеет 0,3, то есть 30, не помню, каких там показал, что она проникает сквозь слизистую, то есть слизистая не защищает. Если другой размер, то слизистая защищает. Мы начинаем чихать, и это все слизью выходит. А именно пыльца амброзии попадает в слизистую. Может проникать даже до альвеол. От яка підступна рослина. Яка підступна, да, конечно. Що можна робити? Так, ну ми зрозуміли. Отже, профілактика – це обов'язково звертатися до лікаря, якщо одразу якісь з'являються симптоми. Тобто не варто самолікування. Якщо в мене риніт, я собі там закапую крапельок, і в мене все прийде. Цього робити не варто. Думаю, що це найголовніший меседж, який ми хотіли донести до наших телеглядачів. В полинозе практически не бывает температуры, это просто диагностика. Не бывает температуры. И человек, вот когда он впервые даже заболел, он знает, что он пошел где-то гулять, да, там на речку, где много растений в поле. То есть какая-то причина есть. Или съел же там ложку меда, или там вот выпил много сладкой воды. То есть какая-то есть всегда причина, что спровоцировало обострение. І треба виявити цю причину. Обязательно. Можна зробити собі так пробу і одразу знати, що є, і потім цього уникати. Просто головне сходити вчасно до лікаря і виявити цю хворобу. Да, это своевременно обратиться к врачу, щоб предупредить заболевание. Дякуємо вам. Тепер, я думаю, наші глядачі більш обізнані, тепер знають, що якщо є такі симптоми, якщо ви це відчуваєте, біжіть до лікаря, якщо ви ще не ходили, і давайте лікуватися. Я нагадую, Зоряна Лучна, алерголог, була сьогодні в нашій студії, розказала нам про симптоми, профілактику лікування полінозу. Тож тепер будете обізнані і будьте завжди здорові.